чат, здорово, здорово, здорово. Всем здорово. Уведомление дам. Подрубили с болота, так сказать, здесь болотных жителей. Старого поздравь. Я его уже поздравил, если что, на самом деле. Я тоже поздравил. Он реально старый уже, ебать. Прикиньте, 29 не так стрёмно на самом деле было, как 30. Ну то есть это же уже четвертый десяток получается начался. Ну 30 это... В 30 понятно, что он хуй несет, поэтому... И Кириешка. Кириешка пошел, короче, решил покрасить волосы. Да, он обратно в черный красит. Мы живем втроем в отельчике, и Кириешка полумертвый, Тоха полумертвый после вчерашнего, Макс полумертвый, я один самый живой. Через стримил, добалдел, отдыхал. У меня же этот тильт был ебучий, я типа выгорел, нахуй. Мне хотелось что-то поменять, там еще что-то. Не знаю, сейчас я, по-моему, соскучился, если честно. Но в любом случае мне придется почилить, там уже мы на машине возвращаемся назад. Я там что, день точно отосплюсь, посижу, почилю. Может, следующий день тоже, и на следующий буду врываться назад. Скажи, бабло закончилось. Бля, брат, у меня бабло не кончится ближайший год точно, если я вообще со стримов уйду. Можешь даже не переживать, я не за бабок это делаю. Илья тут остается до 4-го числа. Да, Илья тут до 4-го будет, а мы завтра сваливаем. Я, да. Тоха, Нейля и Макс, да. Ну, одного скинули, поэтому сзади будет, блядь, комфортнее кататься. Я ни разу не дрочил тут. Кошмар, блядь, прикиньте, какие у меня орехи сейчас, блядь. Как так? Ну, наверное, потому что мы трое парней в отеле, блядь. Нет, потому что его ебали, он, конечно, не дрочил. Чего, охуел, пипелар, туалетная бумага, блядь, висит. Где? Ну, вон, рулон туалетки, блядь, зачем тебе? Скажи название в камеру. Это мне батёк подарил. Найс. Nice. Сегодня поедем также бухать. Никто не хочет, я один лишь буду бухать. Ты скажи, куда, блядь. А, не, я не говорю, куда. Ребята, мы хотим задегустировать вашу думскую, если чё. Бля, я прям наслышан, нахуй. Надо хотя бы раз в жизни там побывать, чисто посмотреть, что там происходит. А чё не надо-то? Вы можете аргументировать? Спасибо за садки огромное. Там пи***. Да я, блядь, вы нет, можете конкретно говорить, если что значит пиздец? Оттуда, типа? Если бы мы оттуда стримили, тогда да, был бы пиздец, вероятнее всего. Там скучно будет сегодня, хуячил шарик. Не, ребят, самое... никаких шариков наркоманских, блядь, сори. Что, вы наркомана увидели во мне? Я не знаю, было бы прикольно сюда на самом деле на 2 недели въебаться, квартиру какую-нибудь снять на 2 недели, почилить жестко, ноутбукчик взять, там, стримить, блядь, по вечерам. Сегодня с нами, по идее, Ликс должен приехать. Хотел, короче, это, с Юликом, блядь, там, тоже встретиться, что-то не смог. Потому что мы что-то так вот, знаете, стаком перемещаемся, а нас целый табун ебаный. Мы перемещаемся на этих, на маршрутках, блядь, минивэнах, да, и поэтому как-то вообще... Да мне кажется, заебись вообще время прихождения. Не, мне нравится. Я, знаете, я такой старый стал, блядь. Если б я в 19 сюда приехал, я бы тут рейвил, блядь, просто. А сейчас что-то мы чуть-чуть попили, и я такой сижу. Да вчера сидели, разговаривали. Да, мы вчера охуенно поговорили о жизни, там, еще о чем-то. Я готов еще куда-нибудь выезжать. Знаете, моя проблема выгорания, вот это основная причина, почему я забил хуй на стримы, я ж писал даже пост. Ну, нигде не отдыхал, никуда не ездил. А сейчас можно будет там брать какие-нибудь отпускные, куда-нибудь на 3 дня с пацанами съебаться, ну, чисто историями какими-то обрасти, приехать и уже, блядь, будет комфортно рассказывать что-то, блядь. Ну, то есть что рассказать, а просто когда сидишь дома, тебе просто элементарно нечего рассказать. Ну да, нехуй делать. Блин, что еще вам рассказать? Да ничего, мирно как-то в Питере происходит тут. Сегодня в столовку сходили, блядь, столовая номер 1. Ебать, я туда пришел, я на 540 рублей столько тарелок хуй всякой набрал, ребят, ничего не дожрал. Ну мне я объелся, пиздос. 500 рублей, я суп, пивторое, блядь, какой-то этот пирожок взял, поняли, водичку, салат себе, сижу как царь и бог, блядь. Я думаю, хуя за 500 рублей, понял, это вот раньше в Мак приходишь, Биг Тейсти взял, да. Колу и наггетсы, такой 600, такой, блядь, пиздец. А Хес будет праздновать как-то? Да, у него сегодня праздничный видос. Он видос зальет? Да какой нет, праздничные видосы у него сегодня. А, будет, понял, с этой шляпой. Праздничная политика, нахуй. Праздничная политика сегодня, ребят. В колпаке, прикинь, на Путина. Так вот, да, мы вот не дрочили, соответственно, с пацанами. Не, может, Илья дрочил или Тоха. Как животные сидят. А хуй знает, кстати. Может, они сейчас, кстати. Ага. Пока никто не видит. Все правильно, я коплю ярость. Друг другу, наверное, да, там. Пока Илью красят, блядь. Ну, мальца, короче, подустал. О, какой, блядь. Туз в натуре. Вот дед, блядь. Тоже туз. Кто шестерки? Корейка Даша, блядь. Гавич КТМ. Иван Зола, блядь. И Строга. Ну, нормальная карта, блин. Я тоже такие хотел.
Да знаете, что-то даже вот просто подрубил, просто чтобы вы там не переживали, возможно. То есть основные стримы-то у меня в Москве в любом случае. А что мне тут-то подрубать? Ну просто для галочки, что жив цел, наверное. Ну да. Жив цел, орел. А что нет? Бля, куда Вижу можно в следующий раз поехать? Какой-нибудь Казань. Казань? Бля, в Казань бы тоже съездил, реально кайф. Казань. Бля, ну я хочу туда, ну, как чтобы там тепло было. Причем у нас была идея с пацанами, я говорю, давайте скинемся, купим какую-то хуйню ебаную. Подобие автодома. На кого-нибудь зарегаем его и будем кататься. Бля. Такая права категории. Да? Ну, там можно в категорию Б попасть. А-а-а. И просто, бля, кататься куда-нибудь. Есть автодом на этой самой. Че? На Ладе Гранте. А, не, на Ларгусе есть. На Ларгусе автодом. Там один Тоха будет жить. А где Алина? Дома. Ну, чисто между нами, пацанами, да, типа. Если бы ее взял, а ей Питер не нравится, она бы тут гундосила, блядь, только. А так я сижу, чилю, отдыхаю, поняли? Я в первый раз вообще за 2 года в соло выехал, ебать, как доволен вообще. Доставай хуй. Давай кто проебет 5 сабок. Давай кто проебет 500 рублей. Давай 500 рублей. Тварь, блядь, ну это нечестно, нахуй. 500 рублей в копилочку. Со второй, блядь. Давай еще. Ты сейчас... Чего? Давай еще. Не, я ебал, блядь, что за хуйня? Давай косарь сюда быстро тогда. Пиздец, а у меня, ну, скинуть надо. Давай скидывай тогда. Я с батьком играл до 2, прикинь, 2 осталось зуба, блядь, я въебал. Ну что-то, ну... Охуеть, блядь, сам предложил. И сам обосрался, блядь. О, мы были вместе каком-то, кстати, в поводу комфорта. А, Крэнк Пицца. Да, Крэнк Пицца. Ебать, прикольно. Так, вайбовая тема. Mm-hmm. Да, там Илюха пошел ссать опять. У нас Илюха вообще какой-то парашник лютый, если честно. Он что-то по общественным местам срать ходит, ссать долго причем. У него такая хуйня после алкашки, блядь, то, что вы прикрываете. Ему девочки в спину кринжанули, типа, Кириешка, комфортка, блядь. Очень скучала по стримам. Итак, давай, поехали. Короче, тут какие-то задания с соцсетками, бла-бла-бла. Я не знаю, видно вам или нет, камера уебищно туда смотрит, блядь. Давай. Ну давай, поехали, я первый для себя задание. Сфотографирую себя у барабана стиральной машины. Ты пляшу, блядь, с этими заданиями, блядь. Стиральной машины, как будто находишься в самолете, выложи постом в любую соцсеть и подпиши. Ну все, ребятки, улетаю на море, блядь. Давай, у меня стиралка там стоит. Ладно, давай в телегу ебану, похуй, пойдем. Давай. А не, а давай ты сначала тоже задание. Блядь. А, ну блядь, ну все давай. Дерни. Включите любую песню, все вместе спойте ее. Ты что не дочитываешь, блядь? Включи любую песню, все вместе спойте ее, не забудьте снять процесс на видео и поделиться в сетях. Хуй так. И давай другую. Простой в планке в течение 1 минуты. Твои друзья могут тебя снимать. В какой планке? Что это? Ну, вот так вот, на локтях. Давай, ладно, стой. Подожди. Делать обратный отчет и всячески поддерживать. Не, минута это жизнь. Не, ну погоди, пойдем меня сфоткаем, я сейчас запущу, ну, в телегу, блядь, что я типа, а что надо сделать? Ну все, ребятки, улетаю на море, понял. Блядь, такой кринж вообще, кто это хуй придумал, дебилой, блядь. Фоткаться на фоне барабана, блядь. А ты не хочешь там застрять, друг? Не, не хочу. Нормально. Ну не, вроде не попал в унитаз. Это какое-то тупое задание, если честно, ну ладно. Прикинь, люди, которые не на стриме, они сейчас такие, блядь, опять отдыхает. Ебанулся совсем. Слышь, ты коврик взял, типочек. А, что, удобно. Давай. А, напиши, улетаю к Йесусу. А, хорошо. Слышите, ребят, мне за такие посты должны доплачивать, потому что там бренд стиралки, блядь. Ну ладно. Нам ёб твою мать, улетаю. Блядь. У меня носки скользят. Пизда меня потрясывает, блядь, ебать. Ёбище. Она не будет держаться. Упадет, ты еще должен. Охуел, нет. 500, ладно, 500. Нет, долг. 0. 500 должен. 5 секунд! Не рыгай, не рыгай. А! Пизда, блядь. Ну там минута это мало слишком. Сделай на память о сегодняшнем празднике веселую фотографию. Сегодняшний праздник это день рождения Хесса. Посади всех в смешные позы и сфотографируй. Всех это, блядь, кого он? Меня одного видимо, блядь. Я буду читать задание, а ты там дальше думай. Схуяли, а ты потому не... Потому что весь мир будет заключаться в том, как ты А ставишь. Ты не должен, блядь, смешную позу ставить? Так, твое задание. Включи любое видео с нелепым танцем, твоя задача в точности его повторить. Мне нужно смешную позу принять. Ну, сделай смешную позу. Я сделал, давай ты делай. Нормально? Что это? Ну это снайпер типа. На колени. Глаза в пол, блядь. Булочка. Че, будешь танцевать? Нет. Ну так, я короче, устал, какие-то блядь. Задания для долбоебов реально. Я не знаю, если мне было 9 лет, я бы такой, ва, крутые задания, блядь. Веселуха лютая. Я долбоеб. Я долбоеб. Не, знаешь, как надо? Фрики сосать! Фрики сосать!
Щи! Щи! Блядь, что это? Тут много песен. Нажми еще раз. Нажми два раза еще, там другой трек будет. О! Деньги когда вернешь? Деньги когда вернешь? Ты полторы перевел? Ты полторы перевел? Нет. Нет. Похуй. Похуй. Похуй, похуй, ты ж... Блять, ты ебанутый, сука, убери пушку, нахуй. Шефу пизда, ребята. Ребята, угроза, угроза. Дрейк ОФЦ. Нет. Все, все, запиздешь, пойман, понял. Извини. Бля, бля. Ну не сильно. Не сильно, бля. Ну куда я тебе пиздану тогда? Не сильно, нахуй. О, тварь ебаная, бля. Как ты мне, бля, их отцов ебал? Не, прикольно, у тебя тут реквизита полно, кстати. Типа информатики задали. Питон учить. Питон учить? Я только душу, блин. Питона своего. Видно, у вас Windows какой-то засоренный, тут вирусов много очень. А у вас какой-то стоит, хуйня полная. Не стоит у меня Аваз. Не стоит? Яндекс правда. Слышишь, давай сценку. Представь все, то, что тебе выпал нож. Нож выпал! Нож выпал! Я не вру, ребят! Нет, нет, погоди. Нож выпал! Нож выпал! Я не вру! Ставьте Владимир Красчик. Всем коллективом заведения Центральная станция ждем вас сегодня к нам в гости. Че, надо заканчивать, короче, чат. Я так чисто запустил, чтобы показаться, что я есть. Ребята, ребята, стрим отключается, я не вру! Я не вру! Все, я лопаю, я не вру, ребят! Я не вру! Попал, убил, слышишь? Ёб, я тебя убил точно, блин. Я с тобой играть не буду, нет, козёл. Нет, я вообще-то жив. Я с тобой не буду, блядь, играть домик. Сейчас. Какой домик? У меня бронежилет электрический, блядь, видишь, не пробил, нахуй. Я вас знаете, кому отправлю? Я вас ДК отправлю. И тут устрою перепихончик. Ну, секс, ну, брум-брум. Опа, пожилая зигота.